очень круто готовит. Прям блестяще. Вот. Мне кажется, это прям топ-1, номер один. А сам готовишь? Нет. Ну, хочу научиться. Я сделаю себе в студии кухню и буду готовить. Та, которая создавать уют. Та, которой можно доверять. В плане... Я поехал с подругами, не знаю, отдыхать в горах в Сочи. Держи, удачи, кайфуй, приходи с хорошими эмоциями. И ты понимаешь, что человек никогда не посмотрит в левую сторону, не сделает чего-то такого, что может, не знаю, там, быть плохо для вашей семьи, для вашего союза. Ну, гармония, в принципе, когда она может успокоить, потому что ты ходишь в дом с разными эмоциями, может быть, после работы, может, после трудного дня очень такой злой, может, не знаю, ну, на эмоциях, я имею в виду. И если она может найти к себе подход, утешить, не знаю, приласкать, сказать, что все будет хорошо, что он самый лучший, то это классно. Ну, и понятное дело, что в обратную сторону надо тоже отдавать.